Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Европу 4 заимка. Я тут, в принципе, готовлю себя к войне с Кастилией и ее колониями. Вот тут у них уже, они уже тут колонизируют, видите. Видите, тут уже собрал наемничков немножко. Надо будет еще тут набрать. Что-то на... А, вот она. Колонию дать. Национализируем. Тут уже и Британия разрастается, британская колония. Ну, наверное, надо Голландии ее скормить. Я улучшал наш флот. К сожалению, тут еще вот эти корабли нужно торговые улучшить, но не хватает пока денег на это. Я тут улучшаю торговые корабли. Так. А Нидерланды пошли вот сюда в колонизацию. Это хорошо, я не против. Пусть они работают. Мне такой союзник нужен. Вассал такой. Я тут уже армию понемножку довожу до нужного размера. Прибыль-то есть. Можно пройти даже военку, видите, но нам нужны генералы. Ну, конечно. Артиллерия новая, ширина построения и огневая мощь кавалерии и артиллерии, и мощь натиска артиллерии еще прибавится. Наверное, пока возьмем. А генерала мы сейчас насобираем. Все равно наш флот еще ремонтируется. Мы сейчас поменяем. Давай, ну что ты там? Ну вот эту мортиру. У нас есть, видите, мощь натиска. Это идеи закрытые, качественные, дисциплина еще плюс. И стоимость идей. Теперь идеи у нас из гуманистических стоит 320 очков. Довольно-таки низкая плата, честно говоря. Так, тут корабли еще заканчивают строиться. Так что генерала мы еще наймем. Так, нам не один надо претензию делать. Заключил я союз с Великобританией. Но, к сожалению, они тут ввязались в войну вон за Канаду вроде бы. Сейчас посмотрим. А, еще тут какая-то с Австрией война. То, в принципе, они нам не хотят помогать. Если я объявляю войну, вот тут Кастильской Бразилии. Скандинавия то отказывается, но Великобритания не хочет нам помогать. К сожалению. Ну ничего, пусть пока будет союз, потом мы... Вот тут они уже, видите, вот Великобритания тут тоже захватила, видно, с кем-то повоевала, с кем-то племенами. Есть такое дело. Так. Вот наш сейчас еще достроится пару кораблей. Мы соединимся. А тут надо будет подловить вражеский флот. Так, у нас уже есть 50 очков на генерала. Возьмем сюда командующего. У нас мест хоть отбавляй. Свободный флот. Даже такой более-менее хороший попался. Можно и правителя поставить, в принципе. Ничего такого. Так. И вот тут сколько стоит? О, вот тут как раз стоит весь флот Карибов. Они блокируют вот эту Мартинику. Видно. Это тут они осаждают. Надо их всех потопить. Я не зря нанял адмирала. Так, тут у них еще есть 12 торговых. О, разорвали союз США с французами. Но мы их соперник, так что тут обольщаться не приходится. И мы еще одного генерала можем нанять даже.
Да, ну вот это сейчас разбить вражеский флот. Вот этот. Блин, зачем я транспорты взял? Транспорты. Домой. Так, и тут. Вы можете нанять наемников только в ваших неосажденных провинциях. Чего? Что за бред? Что за бред? Это, типа тогда, когда тогда осада их не как раз закончилась. Мы успели мир подписать. Или что? Что это имеется в виду? Так. А наш король имеет двоечку осады, да? Ладно, пока поставим его. Это не, пока не будем ставить. Лимит превысил немного, но ничего. Голландия имеет 5000. Сейчас мы подойдем. Не будем топить наши транспорты. Зачем? Ух ты ж, смотрите, сколько у них тут стоит. 45 тысяч. Это вся Карибская армия. Охренеть. Британия еще воюет с Португалией, да? Да. Так, сохранимся. Раз такой. И будем сейчас объявлять войну. За, наверное, за вот эту провинцию. Скандинавия, конечно, может писаться. Не без этого. Где все к ним маленькие вступали. Так, мы сейчас разобьем. Так, они даже на ускоренном вроде. Мы тоже на ускоренном к ним прибежим сейчас. Так, 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 так. Надо будет наемничков взять. И отправить их вот сюда. Тыщенцу какую-то. Так, тут мы уже выдвигаемся. Через... Ставим нашего короля пока что. Пока что. Потом наймем еще генерала. Так, Карибы должны вступить. Да. Так, и тут надо наемничков взять. Сколько там нужно для осады? 1000. Как раз. И тут еще 1000. Ау, давайте, нанимайтесь. Само тут пару тысяч нужно закинуть. И вот эта армия пошла сюда. Сейчас будем брать их за жабры. Так, что, не успевают уйти или нет? Наши четвертого приходят. Седьмого уходят, да? Значит, наемников зря брал, да? Соединяемся. 3000. А, тогда пока их распускаю. Тут должны разбить. Разбили полностью. Даже ноль сразу. Тут.
Так, как тут война идет наша? Так, они 12 еще кораблей послали к нам. Но они топят все наши эти фрегаты потопили все наши. Но мы топим их не все. Так. Тоже уничтожили все. Так, тут. Стоп, что такое? Почему не выбирается пробка? Так. Сколько тут нужно на осаду? 1000. Даже 2 оставим. Идем дальше. Надо еще 1000 направить отсюда. В гости. У нас осажденная провинция. Ну что за бред? 25 кораблей еще будет. Должны мочить, должны, блин. Охренеть. Сколько же их тут? Все-таки нас перебивают. Ладно. Они потеряли прилично, но мы тоже потеряли. Так, надо будет еще построить пару военных галеон. То, что мы потеряли как раз. Так, вы идите. Не то идите вот так вот. Надо осаждать. Прохода нет. Кастильск. Да, дают проход. Новой Кастилии. Сволочи. Ну ничего. Так, вот. Так вот станет на блокировку. Вот. Так, тут армия пока стоит. Так, что им? Уничтожить колонию? Захватывать нам сейчас неудобно. Да, вот так вот. Так, тут надо 1000. Мы сейчас зайдем в гости. Так. О, наконец-то нормально выделилось. Чего? Нет наличий? А, нету денег. Так. Ну, давай понемножку сейчас будем их. Так, они блокировали наш порт. Это ерунда, в принципе. Ничего страшного. Сейчас мы только флот наш восстановим. И можно будет их попробовать еще раз нагнуть. Так, секунду. Так, тут мы осаждаем, да? Немного тут оставлено для осады. Тут всего лишь 1000 нужно. Так, вы идете дальше. Вы пополам. Идите сюда. Так само тут оставили.
С какого-то перепугу. Ну, тут, конечно, может высадиться. Я бы, может, даже оставил. Сейчас посмотрим. Я не хотел бы разделять нашу армию сильно. Так, тут мы осаждаем. Вот, везут 13 тысяч. Куда их везут? Пока не знаю. Где-то сюда. К нам в гости. Вот этот флот пойдет вот сюда. Будем вот этот остров забирать себе. Так, Британия объявила войну. Что-то там. Так, тут половинку возьмем. Займем столицу. Так, тут. С кавалерией. Отправим ребят сюда. 1000. Сюда нужно отправить. Ух ты, сюда нужно 4000 где-то отправить. Сюда. Так, тут нужно 1000 на осаду. Оставим. А тут возьмем половину. Половину сюда. Половину сюда. Наемники. Ну, давайте. Наемничков и пошлем их еще тоже на осаду. Так, где они высаживаются? Пока неизвестно. 13 тысяч. Ну, тут, наверное, где-то. На острове идут. Это что? Куда? Вот так вот. Сейчас мы постараемся вот эту флотилию раздолбать. Ну тут флот такой, видите, больше торговый. Так, вот так вот. Пополам. Так, вот так армия пойдет. 1000 нужно. Так, тут осаждаем. Хребет от чего-то Наска. За ними. Вот то восстановится, это не страшно. Так, мы разбили. В принципе, осады идут. Мне опять рубят колонии. Ну, пусть делают, подумаешь. И опять уничтожим. Садились они там. Так, наш флот нет, не догоняет пока. Тихо, дёмыши. Мы можем их перехватить. 17-15. Как раз
Хорошо, идите сюда, ребята. И вы тоже соединяйтесь. Потопили противника. Так, есть первая осада. Батнем открыли. Хорошо. Как там по деньгам? Пока нормально. Сюда бы еще чуть-чуть наемников. Чтобы поснимать наши войска с осады. Еще 2000, например, сюда закинуть. Тут наемники стоят. Так. Тут мы объединимся. Да, надо военно-морские, наверное, традиции качать. И ничего не выдумывать. Так, тут пока вражеский флот плавает. Что у нас тут? Ремонт идет, да? Так, есть еще осада. Закончен. Так, тут же мы, в принципе, можем пройти. Я не хочу идти по своим. Можно пройти вот так вот. Главное не нарваться на противника. Так, тут они никого не везут? Нет. Португальский флот еще плавает. Скоро должны взять. Так, вот наемнички. Вы зайдете вот так вот. Вот эту 1000 я верну сюда. К своим армиям. Да, 13 000, конечно, там. Вот еще везут. Еще 13 000. Возможно, вот эту армию придется оттянуть. Замочить. Так, что у нас тут? Блин, не все корабли еще отремонтированы. Нужно смотреть постоянно, блин. Так, что тут уже взялось что-то? Было бы очень хорошо. Так, он просто плавает, да? А, они еще высаживают туда новости. А, милости просим. Блин. Помер правитель. Ну, у нас новый правитель. Так, тут он был. Берем 1000. Отводим. Так, сейчас табу поднимем. Так, хорошо, значит, у нас хороший правитель. 4-4-6. Ну, это хорошо. Так, а наследник 1-2-3. Более-менее. Честно говоря. Так. Есть, мы взяли наконец-то первую пробку. И начинаем стягивать наши силы к нашим основным. Тут 1000 поставим. Сюда пока что.
Хотя лучше, наверное. Ну да, пока сюда. Так, тут еще ремонтируется. Тут бы, знаете что? Вот это. Скорость ремонта кораблей в провинции плюс 10%. Было бы неплохо. А, или денег не хватает. Что-то не могу понять. Или вроде есть. А, есть, есть. Что-то я немножко не понял просто. Так, вот тут командующий нужен. О, осадный генерал тоже. Отлично. Так, вы высаживаете свои войска. Да, молодцы. Мы тут установимся. Так, есть. Еще одна пробка. Пробка взята. Мы пойдем вот сюда аж. Так, а сколько у них вообще кораблей? 30 линейных. Португалия основная масса. Так, ну и таких нормально. Блин, транспортов достаточно. Еще. Ну ничего, разберемся. О, а мои транспорты доплыли? Да. Посажите мою 1000 и домой. Так, может скоро взять. Пока мы блокируем, да? Что тут? Скоро будет готов. Готов к бою. Так, тут нам что? Да. Нет никого нормального. Все возьмут провинцию, ничего страшного. Я бы хотел Барбадос взять. Высадить туда наемничков. Крату взят. Это наемники были, да? Сколько нужно? А, тут нормально, можно засунуть тоже наемников. Пусть осаждают тут. А хоть они и потопили наших 3 транспорта, мы успели высадить. Это очень радует. Вот, блин, хороший флот ходит. Надо бы разбить. Так, а, мы еще один транспорт захватили даже. Это хорошо. Твоё судно. Это даже очень хорошо. Так, этот флот готов к бою. Он может даже отправиться. Можем сохраниться. Потопить карибские суда, чтобы они не могли перевозить свою армию. Так, 2000 пойдут отсюда на соединение с основной армией, чтобы можно было более спокойно себя чувствовать. Сапатаки, вы даете проход? Да, всем дают проход. Бриташки дают проход? Кастильцам? Нет, не дают. А эти ребята? Нет, не дают.
тоже вот эти не дают. В принципе, туда эти не пройдут. Найденыши. Так. Есть. Сеара взята. Будем оставлять одну армию. Возьмем право прохода. Ну, через Британию мы без проблем возьмем. Нет, вот гражданская война еще. Что мы могли пройти. А, блин, надо отменить проход. То... Какой командир умер? Это вот этот? О, блин. 13 мая можно будет отменить проход. Лучше отменим. Пока мы еще туда не идем. Противник везет свои несчастные 2000. Так, я пока буду посматривать за нашим флотом. Раскол среди купцов. Легитимность. Казна. Не, меркантилизм нам нужен. Меркантилизм — это деньги. Юкон. А, Юкон — это там аж. Аж. От Аляски. Так, тут мы плывем, да? Куда вы? Куда вы? Малые Антильские острова. Так, 23 мая, 19 мая. Ну ладно, мы пойдем вам навстречу. Найденыши. С 5 мая, 18 мая. Надо будет их попробовать подловить. Так, Мараньян взят. Бамбу взят. Хорошо. Значит, мы зайдем вот сюда. Тут стягиваемся сюда уже. Плавают вражеские флотилии. Так, и скорость немножко уменьшу. Так, можно в Великобритании отменить проход. Давай отменим пока что. На всякий случай. Так. 17 мая, давай, мы идем к тебе. Так, 25 мая, 24 мая мы приходим. И вполне возможно их уловим. О, тут огневая мощь у генерала хорошая. Уничтожим кого-нибудь? Конечно. Хотя пусть будет захвачено. Пойдем сюда. Да, не мешало бы еще генерала нанять. Идем пока 1000.
на всякие пожарные, блокада. 25 админок. Это Пернамбуку. Так, беспорядки плюс 2. И автономия 5 лет, да? Что тут? Минус 16. Нам, короче, всем нелегко. Надо немножко подождать. Ну, потерпеть. Блин, 70%. И тут осадный генерал. Так, мы вступили в бой. Транспорт вроде бы бьет их. Транспорт их не бьем. Какой генерал? А, вот этот генерал. Так, они еще привезли. Должны потопить. Так, тут они взяли, да, нашу пробку. Десяточка, блин. Ничего. Сейчас они, наоборот, должны к нам рваться. Так, генерал. Какой? О, хороший такой довольно-таки. Огневая мощь, маневренность, осада, двоечка. Ага, тут строятся наши корабли. Хорошо. Так, почти все потопили. Я потеряю. Ну, это не два. Это не наших два транспорта, это было голландские. Так. Еще этих три кораблика нужно будет. Наш флот. Я за то, чтобы разбить вот этот вражеский. Так, тут мы взяли. Поселенцы растут. Можно отвезти сюда пока армию. Так, на всякий случай. О, тут вступили еще в бой. Хотел бы вот таких разбить чуваков. Так, 19 военный вес. Так, тут мы осаждаем остров. Хорошо. На остров Пасхи вряд ли кто-то сунется туда. Никому он не нужен. Так, так, эти плывут сюда. Тут ступили в бой. Надеюсь, мы сможем их немножко раздолбать. Их тоже адмирал. Так, Тимон взят, на корабль взята. Так, добираем. Так, это британцы все отдают. Так, они везут какую-то тысячу. Куда они плывут? Побережье Эквадора. Ну, сейчас их постараюсь подводить. Так, еще тут какую-то провинцию взяли. Ага. Тысяча пойдет в Кампече. Так, давай, 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 давай. Надо их всех замочить. Вот взяли.
Отлично. Что-то не хватает тут. До 25. А, вот это я 2000 не сюда завел. Видно. Вот вижу. Артиллерии и пехоты не хватает. Так, есть, потопили весь флот вражеский. Теперь можем плыть назад домой. Уже поменьше стало, слава богу. Так, в Панаме собираемся военными галеонами. Так, есть еще зеркалка. Тут оставим вот эту армию, скорее всего. Пусть она... А, вот, станем на осаду. А, это наши? Да, это наши. Значит... Тут и остаются тут. Все-таки вот это наша. Билис взят. Так, вы выдвигаетесь сюда. Джунгли, джунгли. Значит, вот так вот. Там сейчас будем разбираться. Если их не вся армия тут. Кастиль, новой Кастилии, мы можем пойти и начать им там устраивать этот ай. Так, наш флот плывет им навстречу. 4 августа. 18 августа. Побережье Перу. Появимся. Так, есть еще пробка. Взята. Еще процентик мне капнул. Капнул. Копилочку, так. Ну, куда-то там поплыли. Мы тоже взяли. Смерть советника. Это какой еще умер? Административный. Ну, доход от налогов нужно. Нужно. Даже очень нужно. Так. Что нам еще? Верфь. Это хорошо. Но нам нужны, может, корабли даже еще военные. Еще парочку сделать. Нет, минус. Вот, лучше сделаю. Вот так. И. Ну, давайте еще верфь клепанем. Лимит флота. А как это вы разминулись? 6 сентября, хребет Наска. Я вот не понимаю временами, как это может там разминуться. Так, 25 сентября, 26 сентября. Догоним эту тысячу или нет? Тут 3%. Очень хотел бы высадить эту тысячу. Мы берем. Очень медленно, но растут, в принципе, поселенцы. Надо быть аккуратным. Так.
Так, куда вы плывете? 23-е. Прежде Чили. 30-е. Ни хрен с вами. Я пока отправляюсь сюда. Не буду ничего выдумывать. Кастилия, да? Кого он нас выклепает? Его он еще клепает. Ямайку нужно взять. Еще. Попробовать. Было бы очень неплохо. Блокирует, да? В принципе, неплохой флот. Но можно их разбить. Пока есть возможность. Там, конечно, адмирал хороший. Но у нас тоже есть адмирал. Так. Отправимся в гости. Так, тут 1000. Может, если что, взять и тут принять осады. Так, а вы куда идете? Куда-то вы сюда идете, да? Взяли проход. Или нет? Какая? Проход есть. Вот тут у нас есть, тут нет. Как-то голландцы так идут. Или территория... У них, может, исследователь. Может. И они так идут. Так, есть. Взяли. Взяли пробку. Что тут у меня? 2000... 17. Откуда 1000 лишняя? Не знаю. Видишь, наемников нет. Так, что тут по торговле? Пока нормально. Так. Наверное, открывают просто они провинцию. Так, мы плывем вот сюда. Так, есть, еще взяли. Ну давай в Британию. Просим проход. Идем сюда. Сейчас будем осаждать вражеские пробки. Как-то так. Будем их подловить. Я пока вот так, знаете, начал закрывать вот эту, хочу закрыть еще вот эту провинцию и закрыть вот эти провинции от колонизации вражеской. И тут я думаю, как там может еще побережье вот так закрыть. Тогда можно будет более-менее отрезать их как-то от будущей колонизации. Британцев отрезать. Может, вот так отрежу. Посмотрю еще. Еще не решил. Что на осаду? Что-то там долго берется. Так. Куда?
побережье Гаяны. Так, мы прибудем 8-го, а не 4-го уходит. Ладно, мы идем сюда, возьмем один транспорт с собой. Постараемся высадиться вот сюда. Так, хорошо, мы пробиваемся. Сколько тут лимит? 39, 38. Продвигаемся вот так вот. Мы тоже. Сейчас будем там. Ну, по идее, это вся Кастильская, Новокастильская армия там. Вон 12 тысяч пехоты, 6 тысяч кавалерии и 8 тысяч артиллерии, да? Да, вот это вся ихняя армия. И вон, карайбы еще сидят вот. Так, перемирие есть? Нет еще. Странно, почему они не захватили. Так, тут вроде бы нормально. Так, хорошо. Вот этих оставляем, этих соединяем. Грузим. И выходим сюда. Да, вышли. Так, тут голландцы уже. Высокогорье, холмы, джунгли. Хорошо, мы идем вот сюда. Вы идете сюда. Так, а вы 1000 идете сюда. А, тут 2000 нужно. Ну, сейчас мы еще где-то 1000 наймем. И отправим их добывать себе пропитание. Так, а тут я бы хотел построить немножко рынки. В этом регионе. Так, корабли там еще строятся. Так, а эти защищать торговлю Куянби. Куянби. Так пусть будет, чтобы никто не проплыл. Так, хорошо, сейчас тут будем. Оп. 5 корабликов. Сажаем нашу 1000. Так, а португальская Луизиана сколько имеет? 8000. Так, это уже 10000. 12000. Так что они как-то там несчастье свое везут. Угу, высаживают. Так, и надо проход через вот этих ребят. Вот эту 1000 на осаду сюда ставим. А вот эту армию отправим воевать. Минерала не знаю где брать. Ну что, отсюда пока что забрать. В принципе, такой неплохой. Так, вот эта 1000 идет сюда. На осаду. Будем сейчас брать. Так, и они высаживают 16000 нам. Ну, пусть высаживают. Хорошо. Так, что там у нас много, слишком, да? Ага. Отменить гарантию. Твемсону. Так, влияние. Вот так вот.
Прихватится осада. И мы поведем нашу армию. Так, вражеский флот. Сколько там? Это ерунда, в принципе. Это вот тут 20 линейных. Чуешь? 18 марта. А наша сколько? Когда? 12 марта. Надо быстро заплыть в порт. А если мы поплывем сюда 20 марта? Значит, заплываем сюда пока. Будем тихонько сидеть. Так, эти 15 марта придут. Могли бы и не идти. Так, командующего не отдал. Ну тут есть командующий еще. Вивак. Давай назначим ее пока сюда. В эту армию. И она быстренько идет вот сюда. Вот тут все-таки оставляем вот этого осадного генерала. Думал забрать, но... Ладно. Так, куда они? Да, они сюда идут, 16 тысяч. Ну вот это флот, да, 20 линейных, конечно. Адмирала я, конечно, не наблюдаю там. Так, Калифорния. Один транспорт поплыл. Не знаю, куда это они поплыли. Куда-то туда, видно. Так, они высадили свою армию. Так, и тут мы добираем еще эту пробку. Так, и что? Так, мы уже взяли даже. Так, я пойду пока в засушливые земли. Горе пусть берет моя вот эта меньшая армия там, в принципе. Так, тут взяли. Мы верночками. Можно их даже распустить. Но пока не нужны. Территорию мы находимся. Так, речка. Где? Кстати, там что там по осаде? -21. Так, речка с Домярой есть. Спирарой речки нет. Надо будет спирарок атаковать. Так, и надо вот этот флот разбить еще. Так, оставим тут этот кораблик. Надо будет потом опять их. Ага. Давай наймем сейчас наемничков вот тут за 3000. Пойдем вот эту 1000 разобьем. Так, и надо вот этот флот разбить. Про Европу пока даже не стоит думать. Их оборонять это просто один мрл. Так, 15 мы еще так нападем. О, вступили в бой, молодцы, сами нарвались. Так, тут и не так.
присоединились. Тут тоже. Сейчас исполнится ребята. Так, хорошо, мы топим еще их корабли. Это очень хорошо. Кастильский флот. Кастильский флот везет 2000 Малые Антильские острова. Так, 5-го, 9-го. Вот это стоит. Если мы разобьем Кастильский флот транспортный, им нечем будет возить. Так, что там по постройке? Эти корабли как там строятся? Нормально, да. Можно еще доки немножко построить. Вон тут есть доки. Так. Снижение годовой инфляции. Есть тут некоторые пробки. Так, рынки. Давай будем застраивать рынками. Вот это побережье нам нужно. Тут влияние. Вот тут. Вест Индии. Так, тут армия идет. Британская Бразилия гуляет. О, тут слишком много артиллерии. Так, есть, мы вступили в бой. Так, они послали свой флот, наверное, подмогу. Командира нет. Ох ты ж, начали терять, они очень сильно. Так, компетчи взят. Так, собираемся вот тут все. Вот эта армия идет вот так вот сюда. Так, можно попробовать разделить как бы напополам. Отвести одну часть сюда, чтобы быстрее осада шла. Так. Что мы сможем? Блин, мы потеряли один линейный. Конечно. Теряет тоже хорошо. Блин. А мы уже потеряли немало. Отступаем. Так, мы потеряли 5 линейных, но они потеряли 9 транспортов, 10 фрегатов и 2 линейных корабля. Так. Значит, нужно еще строить военные галеоны. Еще. Восполнить наши потери нужно. Еще мы недостаточно сильны, чтобы одними линейными кораблями мочить противника. Так, можно кого-то перекрестить. Вон это видео. Да. Так, сколько там порядок? 605. Если будет креститься, давай, сколько станет? Ну, так, на пределе, можно сказать. Так, и эту 1000 хочу завалить уже. Так, ну пусть они 2000 везут. Так, тут мы взяли Южную Джорджию. Тоже наемников можно распускать. Они там не нужны. Так, и мы сейчас разобьем еще вот эти 17 тысяч
Так, тут уже все сходятся. Что взять пока командующего? Сюда. Так. Сейчас вынесу вот эту армию. Если есть возможность, то почему бы и нет. Ну, чтобы вот этот на нас не побежал с радости. Конечно, джунгли. 17 сентября. Вот тоже нам выпало. Так, это нет командующего. Есть командующий. Мы идем в гости 11 октября. Должны разбить. У них неправильный состав армии. Так, тут взяли еще одну пробку. Так, мне интересно, где их столица. Вон. Так, посмотрим. Тут 1%, тут 1%. И тут золото. Давайте не будем сильно отделяться от наших сил. Так. О, базовый налог поднялся. И возможно отправить сюда еще наемников. Половинку вот этих. Вот сюда. Тоже на осаду. Так, мы тут атаковали. Блин, на минус 2 речка. Откуда речка? Да, есть, блин, я посмотрел. Да, у них конкистадор тут. Ну, как я и говорил, у них неправильный состав армии. Куда они отступают? Демеро отступает. Ну, в принципе, по идее, они не могут сильно куда-то отступить. Нам. Так, тут взял. Так, тут тоже горы идут, так что можно будет дальше армию продвинуть, дальше захватывать. Ладно, я уже продолжу в следующей серии. Так, о, тут пополняем наш флот. Надо еще кораблик построить. Может даже в Москитовом береге один фрегатик клепануть. Картахене нужно тоже еще фрегатик, чтобы мы были более маневрены в войне. Как-то так вот. Так, в Кастилии еще достаточно много сил. Но она почти не перекидывает почему-то. 9 транспортов. Сложно мне сказать почему. Сбить португальский флот, но пока не могу. У них, наверное, прокачаны идеи все-таки. Вот оно. Морские идеи начали вкачивать. И качество начали вкачивать. Ну ладно. Так. Стоимость зданий. Нету ничего такого. В Кастилии нету, ну, в принципе, никаких морских не вкачано, но все равно я получаю по мозгам. Ну, нужны еще фрегаты просто для комплекта. Ладно, продолжим уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх. В принципе, они сами, наши противники тут сами себя заперли на островах. Ну, пусть там сидят, конечно, тут хорошая проба, аж десяточка, военный счет, но ничего. Если что, мы тоже их, у них тут что-то найдем интересное такое.
ту самую Ямайку. Может, уже и в Гавану высадимся. И столицу попробовать их взять. Короче, разберемся. Вот еще островки. Так что всем пока.